Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Алексей Цыкарев, и являюсь сотрудником проекта «Корейский язык из прошлого в будущее». И мы начинаем наш третий вебинар из серии вебинаров о том, как развивать корейский язык при помощи интернета и современных информационных технологий. И для меня удовольствие представить нашего сегодняшнего спикера, лектора Алина Лембинин. Она является исследователем и активистом в области внедрения современных методов преподавания языка. И ее лекция будет на тему, как интернет поможет в изучении карельского языка. Итак, по процедуре у нас все как обычно. Мы в течение около часа слушаем выступление Алины. И потом, или по ходу дела, вы тоже можете уже думать о вопросах, задавать вопросы в чате. Кто хочет устно задать вопрос, можно поднять руку, и мы дадим такую возможность. И в конце у нас будет как раз отведено время для сессии вопрос-ответ. И не буду занимать больше времени, передаю слово Алине. Спасибо, Алексей. Итак, здравствуйте, дорогие участники, дорогие преподаватели, ученики. Да, как мне сказали, сегодня у нас будут и преподаватели, и ученики, изучающие карельский язык. И для начала я хочу вас спросить, нормально ли меня слышно? Слышите ли вы меня? Видите ли вы меня? Кто-нибудь может хотя бы в чате написать? Так, кто-то уже написал. Сейчас посмотрим. Да, все хорошо. Угу, отлично. Что ж, тогда начинаем. И сперва я хочу представиться. Меня зовут Алина Лембинин. Я являюсь преподавателем финского языка в языковой школе в Хельсинки. Также параллельно я обучаюсь в Хельсинском университете. Изучаю финский язык по магистерской программе и изучаю также карельский язык. Хожу на курсы карельского языка. И я стала не так давно изучать карельский язык, но мне он очень понравился, и мне очень интересно его изучать. И как преподаватель, и одновременно еще и как ученик, я стараюсь находить новые способы, методы изучения языка, преподавание, что, допустим, мне может помочь в моей профессии, и также, что мне может помочь как ученику, да, поскольку я сама являюсь и ученицей, да, и преподавателем. И эти все вещи, в принципе, для меня взаимосвязаны, да, то, что я ищу, что помогает мне какой-то язык изучать, то и, соответственно, как бы я как преподаватель потом могу же и использовать, да, в своих уроках, допустим, применяя к финскому языку. И в данном вебинаре, да, тема нашего вебинара сегодняшняя «Как интернет поможет в изучении корейского языка», я хочу поделиться своим опытом и рассказать вам, как же все-таки интернет может помочь в изучении корейского языка. Какие-то вещи, как преподаватель, я сейчас использую со своими учениками, и всем вот этим вот я хочу с вами поделиться, да, то есть все это можно применить и к корейскому языку. И надеюсь, что вам будет это интересно и полезно. И вот переходим к содержанию нашей лекции сегодняшней. И сперва мы поговорим в общих чертах о возможностях интернета, о его роли в изучении языков, в принципе, да, также о том, какие интернет может предоставлять возможности для корейского языка. Так, немножко подниму свой экран. Видно, да? Нормально вам видно презентацию? Если что, пишите сразу. Также мы рассмотрим, в каких сферах карельский язык используется на сегодняшний день, что сейчас делается на карельском языке, для карельского языка. Поговорим о том, как вы используете интернет для изучения, может, для преподавания карельского языка, и используете ли вы его вообще. И потом после этого я расскажу вам о способах применения интернета для изучения карельского языка, опираясь на свой способ, на свои способы и методы, да, на свой опыт.
И в заключение мы сделаем выводы и подведем итоги нашего вебинара. Итак, и вот начнем мы с введения, да. То есть ни для кого не секрет, что жизнь современного человека немыслима без интернета. И в наше время практически все сферы человеческой деятельности связаны с интернет-пространством. Все можно заказать по интернету, оплатить услуги, какие-то, пройти какое-то обучение, самим преподавать. И интернет — это неотъемлемая часть современного человека, и все, что его интересует, так или иначе связано с интернетом. И в бешеном ритме жизни человек ищет более легкие пути усвоение информации, и что касается, допустим, языков, когда нужно выучить какой-то язык, то, естественно, мы стараемся использовать интернет, да, который нам, в принципе, помогает в этом активно. То есть, несомненно, необходимо использовать современные возможности электронного обучения при изучении языков. Я думаю, да, что все ученики с этим согласятся. Те, кто когда-либо изучал какой-нибудь язык, да, очень хорошо, когда язык, допустим, можно изучать легко, быстро, эффективно, и когда обучение не занимает много времени. Да? То есть как раз-таки такую вот возможность нам дает интернет, и причем мы затрачиваем минимум нашего времени и наших усилий. Есть у вас сейчас какие-то вопросы? Не вижу тут чата. Ну ладно, тогда пойдем дальше. Надеюсь, вы меня сейчас слышите, да? Надеюсь, все хорошо. Так. И что же нам все-таки дает интернет? Давайте посмотрим, что нам дает интернет, если мы изучаем какие-либо языки. Роль пространства интернета, роль интернет-пространства в изучении языков. Да? Допустим, с помощью интернета на данный момент, на сегодняшний момент, можно получать лекции, уроки по языку. Да, и тут у меня приведены некоторые примеры, допустим, связанные с английским языком. Да. Сейчас очень много разных онлайн и видеоуроков выкладываются в сеть, в YouTube, например, тоже, по которым можно изучать язык. Можно их смотреть в любое время, да, они доступны, многие из них еще являются бесплатными, да, к ним всегда можно вернуться, если что-то непонятно. Также посредством интернета можно общаться онлайн с языковым носителем. И есть, например, такая очень нашумевший сайт, называется Speaky. Он для тех, кто хочет изучить, допустим, английский язык. Да, то есть нам можно выбрать носителя языка и с ним разговаривать либо в чате, либо по видео, по скайпу, связываться и разговаривать на языке, тем самым, да, изучая язык. Также посредством интернета можно участвовать в групповых дискуссиях, пользоваться словарем и грамматикой, определять свой уровень знаний с помощью различных тестовых приложений. И здесь у меня ниже приведены ссылки, две ссылки. Тоже напишите. Я сейчас пока вопросов не вижу, да, но, наверное, они, может быть, будут потом видны. То есть есть такие два нашумевших приложения. Слышали вы о них, не слышали? Duolingo и Lingvaleo. Они в основном используются для английского языка, и с помощью них можно и самостоятельно учить английский язык, да, в игровой форме.
И Lingvaleo очень интересный, допустим, он как и взрослым, так и детям. То есть там есть такой львенок, да, которого нужно, так сказать, накормить. Да? Если отвечаешь неправильно или долго не заходишь в это приложение, но то вот этот вот львенок, он остается голодным. Вот такая вот занимательная игра, да, которая позволяет одновременно и развлекаться, и учить язык. Так. Также в интернете можно просматривать видео, да, на языке, слушать музыку или подкасты. Тоже скажу на примере, есть английского языка и финского языка подкасты TED, очень знаменитые. Они используются в Европе, используются здесь тоже, в Финляндии. Когда я проходила курсы английского языка, мы частенько смотрели вот эти вот видео, они сделаны на разные темы, и участники вот этих вот подкастов, этих видео, небольших выступлений, различные люди, то есть это могут быть писатели, художники, учителя, ученые, и они рассказывают о какой-то своей теме, да, и очень составлены интересные темы. Они небольшие, по-моему, там около получаса длятся. И в TED есть такая функция, то есть можно в настройках перейти к тексту. То есть то, что было рассказано человеком на видео по-английски, да, можно посмотреть еще и текст. Если, допустим, он как-то каким-то образом либо понравился, либо хочется его перевести, да, то есть есть такая возможность. И вот этот сайт, да, TED, вот эти подкасты очень часто и активно сейчас используют, допустим, при изучении английского языка. Насчет финского языка есть подкасты «Tiede Ykkönen». Я, допустим, сама где-то примерно год уже использую Tiede Ykkönen, но у меня есть в телефоне. Это приложение можно скачать и слушать небольшие подкасты на различные научные темы на финском языке. И тем самым прокачивая свой уровень финского языка. Также с помощью интернета можно получить доступ ко многим электронным изданиям на языке, статьям. Допустим, да, читать комментарии после статей на языке. Можно учиться, допустим, самим оставлять комментарии тоже, да, на языке. Можно также пополнить и расширить свой словарный запас и иметь доступ к актуальной информации, которая обновляется каждый день. Допустим, новости, да. И самое главное, интернет нам позволяет экономить наше время и деньги. Да, то есть, допустим, какие-то курсы можно, да, когда проходить, то есть это полнейшая экономия времени и денег, да, то есть мы можем всегда в любое время суток, когда нам удобно, посмотреть какой-то видеоролик полезный, да, и он еще может быть бесплатным, допустим. Теперь переходим дальше. Давайте рассмотрим, в каких сферах корейский используется на сегодняшний день. Да, то есть вот сейчас мы посмотрели, как интернет может помочь, да, при изучении языков, и посмотрели, что все-таки интернет позволяет нам сделать так, что мы, в принципе, мы используем язык. Да? Мы на каком-то языке что-то читаем, что-то слушаем, что-то видим. Да? То есть мы можем использовать различные языки и слушать что-то на различных языках, писать что-то на различных языках в интернете, да. И мы можем же также использовать и корейский язык при этом. То есть интернет нам дает для этого колоссальные возможности. И давайте посмотрим, где же все-таки уже хоть немного, но корейский начинает появляться. Сперва хочется сказать о такой сфере, как образование, да, то есть хоть это и не особо сейчас касается интернет-сферы, но все равно, да, то есть корейский язык сейчас существует, да, как школьный предмет, его изучают в школах, также на языковых курсах в университете появляются языковые курсы, онлайн-языковые курсы.
Я, допустим, здесь, в Хельсинки, хожу на курсы корейского языка к учителю из Петрозаводска Катерине Кузьминой. И скоро у нее стартует онлайн-курс корейского языка, который доступен для всех желающих на территории Финляндии, которые хотят изучать карельский язык. Также понемногу корейский язык становится виден ВКонтакте. Да, для тех, кто не знает, можно, допустим, поставить в настройках ВКонтакте, поменять язык на карельский, и полностью мы будем видеть свой, так сказать, свою страничку, да, ВКонтакте на карельском языке. Это тоже, в принципе, помогает изучению карельского языка. Также появляются статьи в Википедии на карельском языке. Эти статьи делают как ученики, так и сами преподаватели корейского языка и активисты, студенты Питер Гу. Также медиа, поскольку медиа, да, сейчас проникает в интернет, то и медиа, да, то есть мы тоже можем видеть статьи на корейском языке, новости слышать на корейском языке, да, используя интернет. И в Финляндии, да, Yle Uutiset существует уже несколько лет, да, новости на корейском языке, которые можно послушать. Они обновляются, по-моему, раз в неделю. Я недавно видела, что февральские выпуски были, да, по-моему, раз в неделю он обновляется, или два раза в неделю, как-то так. Не в каждый день, но несколько раз в неделю обновляются новости, да, то есть это тоже можно использовать для изучения корейского языка. Так, по времени у нас все нормально. Я еще включен секундомер, поэтому я смотрю еще и на время, чтобы у нас хватило для перехода к самому главному. Если у вас по этой части возникают какие-то вопросы, то мы к ним можем обязательно вернуться, да, обсудить их. Так что задавайте вопросы, не стесняйтесь. Есть один вопрос, я вижу. Да. Вот. Так, секунду. Вопрос связан с конкурсом. В какой форме организован онлайн-конкурс, о котором вы говорили? Онлайн-курс. Онлайн-курс, да, прошу прощения. Вот это нужно уточнить у Катерины, но в той школе, да, которой она преподает, там у них есть какая-то система, и уже были некоторые ученики, подавали заявку, ждут набора, пока еще кто-нибудь, еще парочка человек наберется, и тогда этот курс будет запущен. Спасибо. Это вот... Ага. Ответила я на ваш вопрос? Есть там какой-нибудь ответ? Я думаю, ответили, да, очень хорошо, продолжайте. Угу. Хорошо. Так, то есть вот мы видим, что, в принципе, корейский язык, он уже просачивается в интернет-пространство, и хочу сказать о том, что это хороший шаг, но нам нужно понимать, что это первый шаг. То есть есть очень-очень много возможностей для использования корейского языка в интернете, и мы как раз-таки как активисты, преподаватели, мы можем дополнительно, да, что-то делать, какие-то вещи активно использовать, чтобы шагов было гораздо больше. Да? То есть все, что сделано, это прекрасно, это чудесно, но мы можем сделать больше. И сейчас, да, если есть такая возможность, я бы хотела бы поговорить с участниками, и у меня к ним такой вопрос. Используете ли вы интернет для изучения или, может быть, преподавания корейского языка, и как вы его используете? И я, допустим, на своем примере тоже могу рассказать, как я использую язык. Если вот у нас есть, да, такая возможность, чтобы поговорить с участниками, есть у кого какие-нибудь комментарии?
ответы на этот вопрос. Что-то у меня пока что ничего не видно. Так, дорогие участники, как вы используете интернет для изучения или для преподавания карельского языка? Как-нибудь вы его используете? Может, вы что-то ищете в интернете, связанное с корейским языком? Так, сейчас тут чат нажму. Ага. Что-то у меня здесь не открывается чат. Ну, кто-нибудь как-нибудь использует интернет для изучения языков? Так, ага, вот у меня тут что-то появилось. Так, словари. Хорошо, да, очень хорошо. Я перевожу соцсеть ВКонтакте. Это отличная возможность узнавать новые слова. Здорово, да. Еще какие-нибудь? Ищу песни и слушаю их. Тоже, да, очень интересно. Угу. Допустим, могу поделиться своим опытом, да, что я сейчас активно использую. Так, смотрю сюжеты ТВ с субтитрами, очень хорошо, да. Я тоже частенько смотрю и говорю своим ученикам, чтобы они смотрели постоянно какие-нибудь передачи с субтитрами. Это очень полезно. Допустим, со своими учениками у меня основная группа есть чтение письма, и они немножко отличаются. То есть это преподавание финского, но оно более такое медленное. И мы используем с учениками, со взрослыми учениками, используем различные картинки, которые я ищу в интернете. У меня есть специальный сайт, который все учителя используют, там есть целая куча картинок. В них наименования, допустим, каких-то глаголов. Потом есть, допустим, тематики, отдельные там картинки, допустим, на одежду, на прилагательные, на вообще на различные темы. И я эти картинки копирую, либо просто в интернете выкладываю, и мы используем эти картинки для игры, допустим, в бинго. Либо у нас еще есть такая мультипели. То есть я ламинирую ребятам эти картинки, и после там прохождения какой-то темы, допустим, глаголы мы стали проходить на финском языке. То есть мы пишем с ними, допустим, я читаю и картинка, да, я пишу, и еще, да, соответствующая картинка. Потом они закрывают тетрадки, и им нужно показывать эти картинки друг другу и на время, да, угадывать, что эта картинка означает на финском языке. Также у меня, допустим, группа, которая продвинутая, они, у нас были с ними такие задания: расскажи о своем хобби. То есть я задавала им такое домашнее задание: расскажи о своем хобби на финском языке и сделай видео. То есть они мне делали видео, и им нужно было буквально 10 предложений каких-нибудь составить, сделать видео, прислать его мне на электронную почту. И потом на уроке мы все это обсуждали и выкладывали потом свой чат, все ребята смотрели. И второе домашнее задание было уже составить несколько комментариев, 2-3 комментария на финском языке к каждому видео. То есть таким образом у меня ученики изучали финский язык. И почему бы такое не сделать, допустим,
с карельским языком, задать домашнее задание, да, ребятам, рассказать о своем хобби, рассказать, подойти к холодильнику и просто видео включить и рассказать, что у тебя в холодильнике на карельском языке. Допустим, что ты сегодня кушаешь, да, тоже же ведь. И к тому же портатив таким же образом можно как раз-таки закрепить. Так, смотрю сюжеты, двуязычные книги, чтобы можно было сравнивать переводы. Замечательно, да, это очень-очень хорошо. Вот здесь учебники Зайкова. Да, учебники Зайкова тоже очень хорошие. В принципе, да, да, здорово. Так, это все, да, у нас? А еще у меня, допустим, мы делали с учениками такое касательно финского языка, но можно, в принципе, и корейскому применить. Кто знает, кто пользуется WhatsApp или Viber? Кто-нибудь пользуется WhatsApp или Viber? Да, редко. Угу. Ну, вы имеете, да, представление о WhatsApp, о Viber. У нас с учениками, с группой чтения письма мы делали такие задания. Им нужно было дома прочитать текст выразительно, без ошибок, без препинаний, включить у себя на телефоне диктофон, записать этот текст. И потом через WhatsApp выслать мне. И я им высылала потом комментарий на финском языке. И мы общались о том, какие у них есть ошибки, о том, что можно исправить, что еще сделать. И у нас еще было второе такое задание. Задавала я их на каникулы. То есть во время своих каникул, если куда-то поедете, то вы можете присылать мне фотографию и подписать ее мне на финском языке. Допустим, terveisiä и откуда-то там-нибудь, да? Вот. И пишет Viber, супер вещь для общения. Вот да, в принципе, Viber мы используем для общения, да? В Viber можно писать комментарии, какие-то сообщения друг другу, да, оставлять. Это абсолютно бесплатно. Самое главное, что есть выход в интернет, да. И почему бы, да, не оставлять сообщения, какие-то комментарии на корейском языке. Тоже ведь, да, мы можем использовать таким образом интернет-пространство. Ведь вообще все, что мы делаем, да, в интернете, и все, что делается в интернете, оно же делается на языке, да. Мы какую-то информацию ищем, в основном на каком языке ищем? Мы ищем на русском языке. Если мы что-то выкладываем, да, допустим, в Инстаграме очень много кто сидит, я Инстаграм не пользуюсь, но молодежь в основном сидит, да, если у нас здесь присутствует, у нас здесь много, да, присутствует молодых людей, то, наверное, используют Инстаграм, да, то есть то же самое, да, если что-то выкладывают и подписывают на русском языке, можно же написать на корейском языке, да, то есть главное — фантазия. Так, ну у нас время как раз-таки остается еще к тому, чтобы рассмотреть две такие обучающие площадки. Так, что-то у меня здесь не... Я сейчас вам расскажу о способах использования интернет-пространства для изучения корейского языка. И очень хочу вам рассказать о таких обучающих площадках, как Kahoot и Quizlet. Наша школа, в которой я сейчас преподаю, очень активно использует такую обучающую площадку, как Kahoot. Она очень интересная, и в ней... Сейчас даже перейду к ней. В ней учитель сам может делать какие-то игры, либо использовать тот материал, который уже кто-то из учителей скинул, да, то есть можно себе скопировать, так сказать, свой домик, там страница будет home, свой домик скопировать и использовать, и играть с учениками.
Это очень, так, Kahoot, говорят, использовали. Угу. То есть вот, для тех, кто не знает, я могу показать, что это такое, и мы можем как раз-таки посмотреть. И у меня есть небольшая такая вот, небольшое такое задание. Может, таки на примере я хочу вам показать, как оно работает. И это создано, то есть Kahoot у нас создан вообще для любых предметов, то есть это такая площадка, которую можно использовать для любых предметов, но очень часто и активно ее используют для изучения языков. Вот мы зашли в Kahoot. И у меня в презентации ссылка есть на этот Kahoot, то есть вы можете потом, уже после нашего вебинара, зайти, зарегистрироваться. Зарегистрироваться проще простого и самим покликать, посмотреть, что же Kahoot из себя представляет, да. В принципе, здесь легко разобраться. И смотрите, вот я здесь сижу в Kahoot, тут есть такая вот кнопочка Create. Можно создавать какие-то свои игры. Либо тут еще есть второе окошко, Kahoot. Можно посмотреть, какие игры уже созданы кем-то, каким-то учителем, и, допустим, использовать их. То есть тут высвечиваются, да, игры. Некоторые из них, допустим, тут по-фински, да, то есть Adjective Invertible Aste, то есть степени сравнения прилагательных можно, допустим, использовать, да, и играть с учениками. И у меня, допустим, сделана такая вот на корейском языке небольшая, буквально из 4 вопросов игра, называется Mimmoni, да, то есть на прилагательные. Как хорошо вы знаете прилагательные на корейском языке. У нас, поскольку есть время, если у участников есть желание, то можно сейчас поиграть. Есть желание у кого-нибудь? Вам достаточно для этого иметь при себе сейчас телефон и сеть, выход в интернет, в Google. Напишите мне сообщение, кто хочет поиграть, чтобы визуально вы понимали. Угу. Я могу на своем экране показать, но это будет немного не то. То есть, смотрите, мы, если будем запускать эту игру, то вы не будете видеть, что, допустим, видит ученик. Давайте не тратить время. Хорошо, давайте не будем тратить время. Единственное, что могу там тогда вам показать, потом сами тогда, если хотите, разберетесь с этим. Вот у нас такая игрушка, и, допустим, таким образом ученик может закрепить свои знания, если какая-то тема была, допустим, прилагательной, да, на корейском языке. И учитель здесь может сделать свои варианты ответов, добавлять картинки, делать какие-то вопросы. Они могут быть на различные темы. Вот такая вот игрушка. Если вам будет интересно, потом можете, да, чтобы не тратить время, посмотреть сами. Да? Мне очень легко и быстро зарегистрироваться. Ну что ж, переходим дальше. Следующая обучающая площадка, которую я хочу вам показать, это Quizlet. В этой площадке можно самим сделать какие-то свои задания на корейском языке. Так, тут мне пишут. На каких языках интерфейс этого сайта, кроме английского? Kahoot имею в виду.
По-моему, там только есть английский. Но, в принципе, я сама, поскольку изучаю английский язык, он у меня не так сильно хорош, но разобраться там можно, и если есть некоторые загвоздки, то я просто использую Google Translate, и я этим сайтом пользовалась сама, и сама делала игры, сама делала тесты для своих учеников. То есть это, в принципе, все просто и легко. То есть там можно разобраться. Да, ну и как вы уже писали, что не нужно тратить время, то мы уже тогда переходим от Кахота к Quizlet. И вот у нас следующая обучающая площадка — это Quizlet. На ней, как я уже сказала, то есть можно делать самим какие-то обучающие задания, игры, да, в игровой форме. И также здесь уже сделано кем-то. У знакомых спрашивала, никто не признается, кто сделал, но такая вот интересная вещь, которую я сама использовала. Вот у нас, пожалуйста, это Quizlet. Здесь тоже можно зарегистрироваться, создавать, то есть здесь вот есть Create, создавать свои какие-то игры. И кто-то здесь уже создал такие задания на корейском языке касательно типов глаголов. То есть вот verb to pit me hyun hyo. И здесь с помощью Quizlet мы можем изучать либо закреплять пройденный материал, да, с уроков. То есть здесь созданы такие карточки. То есть вот мы видим формы глаголов, и тут 37 карточек. То есть учитель сам может выбирать, какое количество карточек он может сделать для своих учеников. И, допустим, ученик прощелкивает все эти карточки, запоминает, либо записывает себе в тетрадку, да, все эти формы. Ну и вот тут, да, их много. Распечатать эти карточки есть возможность? Не знаю, есть ли возможность распечатать эти карточки. Я, например, не печатала. А если нажать на карточку? Нет, если мы нажимаем на карточку, то у нас выдается, допустим, начальная форма глагола, да, которую мы можем посмотреть. Да, то есть если мы тут их прощелкаем, в принципе, можно и просто, допустим, ученикам задать на домашнее задание, да, зайти на Kahoot и просмотреть эти карточки. Также, как они все просмотрены, допустим, они выписаны или зрительно они просмотрены, да, то есть здесь есть такие дополнительные функции, то есть их можно выучить, learn, да, то есть мы можем, допустим, вот у нас глагол панна, и нам нужно написать все формы, да, и щелкнуть на ответ, да, допустим. Если, допустим, ученик не знает, да, don't know, допустим, да, то здесь мы можем увидеть правильные ответы. Панен, панал, паннах. Да? И таким образом, когда эта карточка, допустим, заучена, не заучена, да, мы нажимаем дальше, да, вот у нас следующий глагол, да. И также мы можем написать ответ и пойти, допустим, дальше. Ну, юва. И дальше. Тогда мы можем, допустим, да, вот я сейчас вам покажу. Юон. Дальше у нас что идет? Вы можете написать мне в чате.
Не вижу, никто ничего не написал. Так, ну ладно. Юн, дальше какая форма? Йо, хорошо. Связь есть с зрителями. Угу. Дальше. Йо, так, отлично. Угу. И теперь, допустим, answer. Ага. И вот у нас юан, юо, ювах, да? И видно, да, где сделаны были ошибки. И можно, допустим, дальше нажать, да? И у нас здесь следующее задание. И теперь уже нам нужно выбрать. То есть вот у нас глагол рув это. И нам нужно выбрать форму. Да, то есть вот выбираем форму. Нам пишут, что правильно. Следующая форма появляется. Керата, да? Тоже так же нажимаем, если правильно. Следующее. Так, тут не вижу, что нужно сделать. Да, то есть таким образом мы можем играть и заучивать глаголы, и их идет большое множество, и после того, как вот это вот задание пройдено, да, один блок, то есть Quizlet переходит к следующему блоку, и таким образом можно сидеть, кликать и заучивать глаголы. Дальше есть тут интересная тоже такая вещь, как тест. То есть нужно написать ответы на вопросы. И в чем здесь тоже очень-очень большое удобство. То есть у нас здесь есть те буквы, которые, допустим, если нету на клавиатуре, то их можно использовать. Да? То есть вот они здесь появляются. И когда ученик, допустим, написал такие вот формы, да, то есть их различное множество, не только, да, написать правильный ответ, да, но еще и, допустим, можно здесь соединить, да. Можно соединить, можно щелкнуть на правильный ответ. И также есть вот правильно-неправильно, то есть вот у нас глагол и варианты ответов. То есть правильно-неправильно можно, да, выбрать, допустим, и так далее, да, и проверить себя. Тут можно нажать «Проверить себя», да. И после этого Quizlet выдает create new test. То есть, если этот тест прошел, допустим, не очень хорошо, сразу же он выдает новый тест. Да? И можно еще раз потренироваться и попробовать написать правильно все варианты ответов. Так, также здесь есть такая интересная вещь, как gravity. Тоже очень интересно, сделано в игровой форме, и ученики тоже могут играть в нее и использовать. Она очень простая. И здесь есть такое окошечко, и нужно написать форму, пока вот летит вот этот вот метеорит, да, Тулантуло. Я не знаю, успею, не успею написать. Нет, не было, да. И вот, допустим, метеорит пролетел, и если ученик не успел написать слово, то оно выходит, да, Тула. То оно выходит на экран, да, его можно написать. Ну вот, допустим, да, и теперь следующее. И таким образом, да, можно изучать типы глаголов.
И, в принципе, это очень интересно, и многие ученики это используют. И также, да, как я уже сказала, здесь можно самим использовать, самим делать какие-то свои задания для своих учеников, да, на корейском языке. И также скажу, что Kahoot и Quizlet — это бесплатные площадки, то есть их можно использовать бесплатно, они не стоят никаких денег, и это прекрасная возможность для того, чтобы с помощью них преподавать или изучать корейский язык. То есть тут, в принципе, нужно просто зарегистрироваться и все. Так, пойдем дальше. Поговорим с вами о тех методах и способах, которые еще можно сделать для изучения корейского языка. Можно, например, создавать приложение по типу Duolingo и Lingvaleo для изучения корейского языка. Напишите мне, пожалуйста, кто-нибудь использует Duolingo и Lingvaleo? Кто-нибудь знает о них, имеет о них представление? Да, угу, хорошо. Угу. Для изучения английского использовали. Угу, хорошо. Ну, как для изучения английского? Понравилось? Да. Знаем, но не использовали. Да. Угу. Угу. То есть в чем плюсы, да, вот таких вот приложений? Их можно использовать везде и всюду, да, когда есть свободное время. И само обучение, оно проводится в игровой форме, незатейливое. И, в принципе, все формы, да, они запоминаются легко и быстро. То есть что-то подобное можно сделать и на корейском языке. Да, многие моменты были полезны, слова запоминаются, да, очень хорошо. Угу. То есть есть приложение еще для запоминания слов, и как раз-таки площадки вот эти вот, Kahoot и Quizlet, можно использовать для запоминания слов. Также можно создавать небольшие подкасты и видеоролики на корейском языке, да, то есть на примере Tedukkanen и TED можно создавать. Недавно я наткнулась на такое сообщество ВКонтакте, как «Корейские подкасты». Там было немножко, совсем немножко материала о корейском языке, что, в принципе, очень хорошо и замечательно, что появляются такие вещи, и тоже ВКонтакте нам дает колоссальные возможности, да, для корейского языка. Да, то есть также можно еще и на корейском языке делать какие-то подкасты, совершенно небольшие, буквально в 5 минут. Да? Но уже хоть что-то мы можем сделать для изучения языка. Также можно проводить видеоуроки на корейском языке, аудиокниги на корейском. Я знаю, что не так давно периодика выпустила на корейском языке мумитролей. То есть можно, да, допустим, взять и записать аудиокнигу на корейском языке. Вот, тех же самых мумитролей. Это не периодика. Ну, извините. Значит, ошиблась. Но все равно, да, были же переведены мумитроли на корейском языке. И также сейчас очень многие используют Инстаграм. Подписывают комментарии, да, выкладывают фото. И почему бы нам не использовать как раз-таки Инстаграм на корейском языке, да? Мы же можем писать не обязательно только на
русском языке, какие-то комментарии выкладывать, какие-то видео выкладывать, какие-то фотографии, да. То есть вот у меня здесь неспроста фотография, да, такая выложена, такая картинка, да, пиццы. И, допустим, люди очень часто в Инстаграм выкладывают фотографии своей еды. Да? И, скорее всего, среди учеников, да, корейского языка найдутся те, кто очень активно пользуется Инстаграмом. То есть вы же можете написать что-то совершенно обыденное, совершенно входящее в вашу жизнь, да, самые обычные вещи просто написать на корейском языке. И тем самым сделать корейский язык видимым, привлечь новых желающих, которые захотят, допустим, изучать корейский язык, да, и просто, допустим, написать, да, «Тана пя миа сюа пицца». Почему бы нет? То есть идеи масса. Самое главное — научиться их видеть и использовать их. И я хочу еще вам рассказать о преимуществах интернет-пространства для изучения корейского языка. То есть, да, какие у нас вообще могут быть преимущества. Это доступность для всех желающих, независимо от времени и места жительства. Да, как я уже говорила, допустим, вот на территории Финляндии сейчас в скором времени запускается онлайн-курс корейского языка, и все желающие могут его посетить, да, и могут изучать корейский язык, независимо от того, где они живут. Допустим, тот курс, который я сейчас, на который я сейчас сама хожу, он доступен только лишь для тех, кто живет в Хельсинки. Но, естественно, могут же найтись и по всей Финляндии люди, изучающие корейский язык, правильно? Также интернет дает нам новые пути и методы изучения языка, свежий взгляд на язык и на его изучение. Также он повышает интерес к языку, его популярной сети. То есть кто-то может увидеть и захотеть изучать, да? Для кого-то может быть стать интересным этот язык. Также он помогает развить новые области для использования корейского языка, и тем самым язык получает вторую жизнь. Да, то есть он не остается застывший там на каком-то моменте. С помощью интернет-пространства он может получить вторую жизнь, да, и жить в интернет-пространстве. И наша задача вообще подогнать корейский язык таким образом, чтобы он же тоже шел в ногу со временем. Таким образом его будет интересно изучать и интересно преподавать. И в заключение мне бы хотелось бы сказать о том, что нам, да, интернет дает колоссальные возможности, но не стоит забывать, что мы должны пользоваться интернетом, да, и здесь должна быть активная роль учителя. Любопытство, открытость и мотивация, а также его готовность использовать эти новые методы, да, использовать и искать какие-то, может быть, еще и другие обучающие площадки, да, делать игры, да, и играть на уроках. Также должна быть активная роль учащегося и тоже любопытство, открытость и мотивация изучать язык по новым методам. И наша задача как активистов, так и преподавателей, да, рассказать и показать, как это все можно использовать. И, как я уже, да, говорилась, подогнать корейский язык под современные методы изучения языков. Далее у меня здесь источники, которые я приводила в своей презентации, и полезные ссылки, которые вы можете тоже посмотреть после вебинара, да, либо на досуге. Эти ссылки можно использовать для изучения корейского языка, также в преподавании. Здесь посмотрите хорошенько все эти ссылки. И на этом у меня все. Жду ваши вопросы. Спасибо, Хомиус.
Спасибо вам большое тоже за ваше внимание. Алина, спасибо большое за очень интересный рассказ. И я думаю, что это было очень полезно всем. Вот. Я надеюсь. Да. Есть у нас вопросы. Вот я вижу поднятая рука. Поэтому я сейчас включу микрофон. Пожалуйста. Так. Вам слово, вы можете говорить. Вот пользователь с именем Фон Анна. Так, что-то я пока что никого не слышу. Да, я микрофон, у вас должен, вы должны включить микрофон перед тем, как говорить. Звук у вас включен. Так, не могу понять, не получается почему-то услышать участника, да? Давайте мы, пока мы этот вопрос решаем, есть у нас, вижу еще вопрос в чате. Угу. Вот, вы видите, да, Алина тоже? Так. От Артема вопрос. Ага, то есть проблема... Угу. Так, проблема, как мне кажется, в том, что многие обучающие материалы не ориентированы на последовательное изучение языка от самых основ до сложных конструкций. Точно, было бы хорошо создать нечто вроде татарского анателя. Понятно, что это будет кусок работы. Я, к сожалению, не знакома с тем, что вот что вот вы говорите, да, вот что-то создано, да, для татарского языка, да, как я понимаю. Естественно, да, мы должны искать новые методы, и да, я с вами соглашусь, много информации, она дана кусочно, но, допустим, что касается английского языка, мы можем смотреть все равно какие-то, допустим, видеоуроки с нуля, да, то есть это не обязательно какая-то вот, допустим, просто обучающая площадка и все, да, то есть интернет можно использовать по-разному, и изучать язык можно по-разному, и... Задача сейчас именно наша, как активистов, как преподавателей, то есть все это выкладывать в интернет, да, чтобы потом ученики могли найти, и чтобы у них был легкий доступ к любой информации на корейском языке. То есть если, допустим, нельзя сделать какие-то обучающие площадки, да, с самого начала, да, с нуля, то можно сделать, допустим, видеоуроки, онлайн-уроки, выложить в YouTube. Так, это замечательная новость про онлайн-курс нуля. Ну, в принципе, да, это же все возможно. Почему бы нет? Так. Так, еще какой-то вопрос я пропустила. Сейчас, секундочку. Так, в периодике мы начали работу по созданию онлайн-курса с самого нуля. Возможно ли выучить язык с помощью интернета самостоятельно, чтобы изъясняться? Как вы думаете? Ну, в принципе, возможно, все зависит от ученика и все зависит от материала, да, то есть какой материал выложен в интернете, да, если будет выложено достаточно большое количество материала, то можно. Английский же изучают с нуля самостоятельно, почему бы нет? Так, еще там внизу какие-то вопросы. Так, был вопрос, используете вы OneDrive, Div? Нет, не использую. Угу. Еще какие-нибудь вопросы? Я вижу, что у Анны поднята рука, и включил я микрофон, но пока не понимаю, то есть она не задает этот вопрос. Или, может быть, микрофон не работает. Анна, вы можете задать в чате, если у вас так, если так получится.
Ну, тогда, может быть, я задам вопрос, пока другие думают. Как вы думаете, какие, просто вы как активный пользователь и участвуете в этом процессе в двух ролях, и как преподаватель, и как ученик, как вы подчеркнули, да? То есть чего не хватает? Вот, может быть, что вы думаете, нужно такое еще создать, потому что мы как... Чего не хватает? Мне кажется, не хватает человеческой активности. Если мы сами будем на себя брать ответственность, что это наша роль, именно создавать что-то новое, да, либо, допустим, есть вот площадки, по своему опыту могу сказать, на одном Kahoot выруливали очень много лет, на самом деле, и использовали его в преподавании финского для иностранцев очень много лет, и это очень интересно, занимательно, и все были в восторге. И учителя, допустим, в нашей школе, они активно создавали чуть ли не каждый вечер сами на этой площадке разнообразные игры, и это было здорово. И тут самое главное — человеческая активность. Интернет мы не можем так вот просто его включить, чтобы он на нас работал. Все, что создается, оно создается людьми. И если мы будем активно принимать в этом участие, то мы себе облегчим жизнь и облегчим жизнь нашим ученикам. Я так считаю. Спасибо. То есть самое главное, да, то есть чего не хватает, это не хватает вот именно человеческой активности. Угу. Спасибо, я согласен на самом деле с вами. Вот. И вы говорили про программы, которые... и Kahoot, и Quizlet. То есть мы в этом проекте продолжим работать по этому направлению. У нас пройдут выездные семинары в районах Республики Карелия, и мы планируем обучить участников проекта работы с этими площадками. Поэтому, те, кто думает, что это что они пока не умеют владеть, не владеют этими площадками, да, то не стоит бояться. Это все обучаемо, как бы, и мы будем стараться тоже помогать желающим. По своему опыту я могу сказать, что мне самой, когда я пришла в эту школу, мне быстро за 5 минут до урока мне учительница показала вот так вот, как это работает, что-то я запомнила, что-то не запомнила, в итоге запустила, все прошло нормально, и потом я вечером из любопытства посидела, сама посмотрела, покликала, тоже используя, у меня английский не такой прям на высоком уровне, использовала Google Translate, посмотрела и сделала сама игрушку, запустила ее, работает, и это здорово, в принципе. Один вечер каждый человек может выделить, да, просто мы же сидим постоянно вечерами в компьютере все. Мы можем выделить время, да, чтобы пощелкать и посмотреть, как это все работает. К тому же это действительно, это все просто. Нужно именно вот просто иметь желание. Я хочу использовать что-то новое. Все. Абсолютно. И у нас еще один комментарий здесь есть, я не знаю, видели вы или нет, вот от Александра Лесанина. Было бы здорово записывать небольшие сюжеты на 5 минут на разные темы относительно карельского языка. Это популярно при изучении английского, например, выкладывать на YouTube или в социальных сетях. Да, совершенно верно. Да, спасибо вам за ваш комментарий. Действительно, я то же самое имею в виду, да, когда я вот рассказывала о подкастах, не обязательно делать какие-то большие. Это может быть какая-то любая тема, все гениальное просто. Нам не обязательно цитировать Пушкина, да, не обязательно говорить про какие-то высокие научные темы, можно делать просто какие-то обыденные вещи. Мы этот язык будем все равно использовать для своего общения, мы же все равно его изучаем для себя и для своего общения, да, и поэтому его гораздо веселее использовать тогда, когда он близок к нашей жизни. И действительно можно использовать какие-то вот небольшие рассказы о себе, о своей семье, о своем хобби, о своих домашних питомцах и выкладывать их тоже в сеть на карельском языке. Почему бы нет? Либо, допустим, если узнали какую-то интересную, полезную информацию, можно записать ее на карельском языке, выложить в интернет.
Это очень здорово, и это жизненно. И это, в принципе, это привлекает внимание и нравится всем. Да. Спасибо большое. Уважаемые друзья, если еще вопросы, есть последняя возможность задать вопрос в сегодняшнем вебинаре. И вот я ничего не вижу, да, ни поднятых рук, ни вопросов в чате, поэтому я хотел бы присоединиться к Ольге Храмцовой, которая только что в чате поблагодарила Алину за замечательное выступление и пожелала всем хорошего дня родных языков. И мы от имени проекта «Корейский язык из прошлого в будущее» также присоединяемся к этим поздравлениям и всех поздравляем с Днем родных языков, который празднуется по инициативе ЮНЕСКО. И, конечно, мы хотим поблагодарить всех участников за ваше время, за ваши вопросы, активное участие в наших вебинарах. Мы запланировали 3 вебинара, и мы провели уже 3 вебинара, но организаторам так понравилось проводить вебинары, что мы захотели выступить и в роли лекторов тоже. Поэтому мы решили в качестве бонуса еще один вебинар провести. И проведем мы его 29 февраля в 11 часов по московскому времени. Будет сразу 3 лектора в течение часа. Мы послушаем 3 выступающих. Это руководитель этого проекта и руководитель организации «Центр, молодежный информационно-правовой центр коренных народов НЕВ» Анталина Чубурова. Она расскажет, зачем переводить ВКонтакте на корейский язык. Докторант Университета Восточной Финляндии Илья Мошников поделится также своим опытом работы в Википедии на карельском языке. И ваш покорный слуга немного расскажет о современных информационных коммуникационных технологиях и языках коренных народов. То есть попытаюсь рассказать о том, какие в мировой практике есть вот сегодняшние новинки, да, от гигантов, таких как гигантов, как Google или Facebook, вот их предложения для развития и изучения родных языков, в том числе языков коренных народов. Поэтому присоединяйтесь к нам на наш 4-й вебинар уже 29 февраля. Мы позже еще оповестим более подробно всех желающих. Большое спасибо еще раз Алине. И спасибо вам. Видео появится на YouTube, в социальных сетях. Те, кто не или хочет пересмотреть, или те, кто не смотрели, будет возможность все это еще раз повторить. Спасибо и хорошего дня, хороших выходных.